Некоторые водители до сих пор путаются с оплатой на парковке у администрации Тюмени и жалуются на интернет-форумах. Между тем, о том, что стоянка здесь платная, водители предупреждают дорожные знаки, баннеры и даже сотрудники Тюмень-Гортранса. Разница в том, что парковка со стороны улицы Ленина оплачивается по факту, а со стороны Герцена по предоплате. Для того, чтобы разобраться, как действует система, существует временной запас. Так же, как и на плоскостной, на придорожной дается 15 минут, чтобы определиться со способом оплаты, чтобы прочитать правила пользования и оплатить парковку. Вот эти 15 минут. За эти 15 минут вы можете и решить не парковаться, не открывать сессию и спокойно уехать. А вот те, кто простоял более 15 минут и не оплатил парковку, рискуют получить штраф в размере 2500 рублей. Фиксация машин здесь происходит в автоматическом режиме.